Я уже на участке. Сегодня я занималась шторами и вот хочу сделать примерку. Я надеюсь, у меня тут ничего не помялось. Шторы принесла. Хочу тут еще для кухни перемерить. Вот эти я уже подшила, буду сейчас вешать. Хочу показать шторы вот поближе, потому что уже наверх их сейчас туда повешу. Кто не смотрел предыдущий обзор, вот я просто два раза подвернула и прошила. Получилось это так, потому что почему-то штора после стирки какая-то очень короткая. Я заказывала 2,60, я не перемеряла, она была 2,60 или меньше, я ее постирала. Стала замерять, она стала 2,40. Ну, мне кажется, не может она уменьшиться на 40 сантиметров. Прям так ровно, ровно 2,40. И в связи с тем, что мне нужно было где-то 2,25, я здесь подогнула дважды. Я ничего не обрезала. Два раза подогнула вместе с этой шторной лентой. Вон она у меня там внутри. Вот. И сделала шов. Вот, один раз на машинке прошла и все. В итоге у меня здесь все свободненько. Здесь все свободненько, и я ее сейчас вот наверх просто перекину, и все. И вот так у меня получилось, простенько, чуть-чуть такая сборочка небольшая, вот на всю ширину. Окно мое закрылось, вот, внизу как получилось, вот тот сантиметр, который я сверху накидывала на всякий случай, вот он и получился, что он снова лежит здесь, но я уже не буду переделывать, а пусть так будет. Пусть так будет. Такая хорошенькая, приятненькая. Единственное, она плохо как-то отгладилась. Мятая какая-то. В общем, не гладится этот материал. Какая-то она мятая стала. Я показывала, что у меня есть два вот таких металлических крючка. Они нам подходят. Они такие с золотинкой. И я хочу их сделать как подхваты. Вот с этой стороны. Ну, тут примерить, соответственно, примерить. И, значит, вот здесь будет у меня крючок. Я ее буду, эту штору, вот так-то я хочу, чтобы у меня закрыто было. У нас тут трасса рядом, вот. И я ее вот так вот на одну сторону сделаю. Мне пока не показать, потому что не отойти не за что. Она, я сделаю подхват не тот, который был в комплекте, а из джута свяжу сама. Подхват косичкой просто свяжу и прихвачу джутовый такой у меня будет из джутовых ниток. Вот, если надо распустить, не знаю, мне как-то вот нравится она так. Я сейчас вторую повешу на дверь. Здесь она еще как-то более красиво смотрится, потому что здесь проем уже. Там 90, по-моему, а здесь 75. Она такая более со сборочкой. Единственное, мне нужно поднять чуть-чуть карниз повыше, потому что они у нас на разном уровне, а шторы я сделала одинаково. Вот, муж поднимет чуть повыше карниз, и тогда она хорошо здесь повесится. Так, ну как я ее планировала? Вот так. На одну сторону я ее планировала. И также подхватом сделать. Повесить вот этот крючок вот сюда, ее так прихватить. В общем, на сайте «Любимый Василек» я заказала еще один такой комплект. Если что-то меня не устроит, я сейчас похожу, посмотрю. А пока как-то для меня все это непонятно. Я сейчас получше все это развешу. И если меня что-то будет не устраивать, я из второго комплекта сделаю вторые. Еще один я заказала, штор. Должны вот выслать. Ну, может быть, дней через 10 придет ко мне посылка и... Я уже посмотрю. За это время я определюсь, что мне нужно, что не нужно. Также постелила вот эту дорожку. Опять-таки она мятая. Вообще никак не отгладить этот материал. Может быть, намочить. Я и так через сушилку все это сушила. В общем, непонятно. Вот. Пока как-то вот мято так оно все смотрится. Пересохло, что ли, не знаю. Ну, мне кажется, даже если намочить, уже эти швы никуда не уйдут. Очень странно. И еще знаете, что мне не понравилось вот после стирки? У меня дома такие шторы висят, вот как я их заказала. Пришли они такие ровненькие, красивые, я этого не видела. В общем, здесь растянулся материал. Видите, как край вытянулся волной какой-то. Вот этот материал, я посмотрела, он тянется в сторону. Хлопок лен, но он какой-то тянучий. Вот в эту сторону. Так, как-то он вытянулся. Ой, в общем, что-то с этим материалом. Как будто его взяли руками и потянули.
До стирки как-то это все намного лучше смотрелось. И я обратила внимание, что и здесь также. Вот, если вот так вот повесить, вот он волной какой-то идет. Вот. Вытянутый как будто бы. Шила я ровно, у меня все ровно. Я все вымерила сантиметром. А вот края как будто бы взяли, их вот так вот растянули. Получается, куда их растянули? Может, их вверх растянули, что она такая? В общем, я ничего не понимаю с этими шторами, что с ними делать. Ну, и здесь я, наверное, также вот этот подхват сделаю. Вот вход в спальню, где дверь. Ну, и как-то чуть-чуть, может быть, вот так подвину. Вот. Не поняла еще как. Ну и вот для примера я повесила. Знаете, так расстроилась. Вот что-то она почему так вытянулась-то. Смотрите. Ой. Стирала я при 30. А края все. Ой. Что-то я расстроилась. Зря, наверное, я их постирала. Может быть, дождаться следующие нестиранные повесить. Это кошмар просто. Ну, а можно еще вот так повесить. Две сразу повесить. В общем, что-то я расстроилась, честно. Какая-то ерунда, по-другому не сказать. Что-то с тканью. Почему-то вытянулось все. Так мне не очень нравится. Я хотела закрыть полностью окно. И сегодня я принесла на кухню, я показывала, что приносила вот такую штору, она узкая на мое окно, она римская считается штора, она так подхватывается ленточками, бантиком тут как-то завязывается, в общем, одна узкая, я хотела две вот так вот, ну вот как вот эти, в разные стороны, в итоге я хочу попробовать, вот перед тем, как вот эти ленты обрезать, я хочу поднять так, как она должна быть. Вдруг мне понравится. Вот я сейчас две их вместе повесила и посмотрю. Ну, это вообще какой-то кошмар. Ужас просто. Ужасно смотрится. Сегодня что-то не мой день. Ни одна мне не нравится, ни вторая. Что мне с ними делать? Ой, ужас. Психану, пойду римские куплю. Ой, то ли дело здесь. Вот такая красота. Закрыла, открыла. Так, закрыла. Так, открыла. Ну, не красота ли? Ну, в общем, примерно вот так производитель заявляет, что должно быть. Ой, что-то непонятное. Что-то непонятное. А мне нужно такие шторы, чтобы ко мне в окна не смотрели, потому что мы здесь не постоянно, а могут подойти в окна заглядывать. Вдруг кто тут проберется на наш участок, чтобы в окно не видно было. Мне нужно, чтобы все это закрывалось. И постоянно эти веревочки дергать. И вот это тоже. Отпускать, закрывать. Что-то сегодня я расстроилась. Не мой день. Ничего мне из этого не нравится. Все не мое. И в стороны я уже не хочу их. В общем, наверное, я эти шторы сниму. Либо пусть они висят до следующего заказа. Придет у меня следующий заказ. Новые шторы. И я их заказала 2.30. Я их не буду не обрезать. Я их подошью. Вот, наверное, один раз придется мне подогнуть. Если они 2.30, у меня здесь где-то 2.24, 2.25. Как раз один раз подогнуть. И они у меня пусть висят вот такие новые. Тогда не будет сторона вытянута, со всех сторон вытянута. Вы посмотрите, как это смотрится плохо. Вот, эти не знаю. Мне вот еще на дверь нужно. В общем, после стирки все это теряет внешний вид. Почему-то ткань почему-то вся... Вот так вытянулась. Вот насчет этих я вообще не знаю. Вроде и неплохо, как-то так необычно. Но мне нужно, чтобы закрыто было.
Вот. В идеале, конечно, римские купить. А это все такое помятое. Сегодня я расстроилась. Все, что я тут шила, стирала. Лучше бы я, честно говоря, не стирала. Но буду знать. Буду знать, что вот только вот как есть, они приходят погладить их и все.